С Днем Ангела, дорогие именинники! Чем человек может быть похож на ангела? Незлобием, простотой, чистотой ума и иногда именем. Есть имя Ангелина, в западном произношении Анжела. Кстати, на Западе это имя может быть и мужским. Ангел, так нередко называют мужчин, мальчиков. Мы сегодня расскажем о женщине, которую звали как раз так, Ангелина, что значит вестница. Святая Ангелина была супругой сербского короля Стефана и матерью двух сыновей. Житие ее длинное по значению, но очень краткое по словам, потому что фактов ее жизни очень немного. Она перетерпела изгнание из своей страны вместе со своим мужем. Была верна ему при жизни, когда он приставился к Богу, приняла монашеский постриг. Будучи человеком сановитым и богатым, она употребляла свои богатства, власть, связи для устройства монастырей и при них лечебниц и школ, для строительства храмов, для защиты бедных. Интересно и радостно то, что и муж ее, и оба сына также святы. По смерти они нашли упокоение в одном монастыре, и тела их лежат рядышком. Мы имели счастье неоднократно вспоминать про святые семьи, про семью Василия Великого, его бабушку, маму, брата, сестру. Вспоминали мы также некоторые семьи сербские, сербских королей и деспотов, деспотис, которые были как бы цветниками благодати, когда сыновья многие, дочери, матери, отцы были связаны с союзом кровным и вместе с тем с союзом молитвенным. И вот Ангелина, Стефан и их дети также такой, по сути, цветник святости. Четыре человека родственника, одинаково святые, нетленными мощами почивающие в одном месте. При жизни мужа верность ему, по смерти мужа монашество, святость вместе с детьми и супругом – это ли не добрый пример для зависти? Но мы заканчивать будем тем, с чего начали. Чем человек может быть похож на ангела? Не только именем, конечно же. Все мы, особенно участвуя в богослужении, молимся вместе с ангельскими хорами, которые непрестанно и покамест не слышно для нас воспевают общего нашего и их владыку. Вспомните божественную литургию. Сколько ангельских песнопений вкладывается нам в уста. «Свят, свят, свят Господь Саваоф, полны небеса и земля, славы Твоя». Это ангельская молитва. «Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас». Это также ангельская молитва. «Богородица Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с тобою» – это слова, принесенные с небес Деве Марии Архангелом. И такие примеры можно множить. То есть наиболее человек сродняется с ангельскими бесплотными силами, веселит своего ангела-хранителя тогда, когда молится Богу и участвует в православном богослужении. Мы не только поздравляем сегодня тех, кто носит имя Анжела, то есть Ангелина. Мы сегодня желаем, чтобы каждый из нас по мере своих сил уподоблялся ангелам в молитве, кротости, в вере, и чтобы наш невидимый друг, наш невидимый родственник, ангел-хранитель, данный нам при крещении, был всегда возле нас и радовался о наших мыслях, словах и поступках. Кроме Ангелины, мы сегодня поздравляем с Днем Ангела Фому, Ивана и Стефана. С Днем Ангела, дорогие именинники! Радуйтесь, имена ваши написаны на небесах.